Передвижная клиентская служба Пенсионного фонда по Республике Адыгея 4 апреля посетила село Вольное. Помощник управляющего отделением Вячеслав Бекух и специалисты Пенсионного фонда Кашхабльского района посетили на дому пенсионеров старше 80 лет, а также людей с ограниченными возможностями. С момента работы мобильной клиентской службы, она работает с 2010 года, мы практикуем и такую форму приема граждан. Обычно мобильная клиентская служба выезжает, мы назначаем место, определяем совместно с управлением Пенсионного фонда, с местными органами власти. Вот, и на месте мы осуществляем прием. Работники клиентской службы управления принимают людей. Но бывают и случаи, когда престарелые люди, инвалиды не смогут подойти к месту приема. И вот в таких случаях тогда мы прямо на дому, эта мобильная клиентская служба оборудована всем необходимым для того, чтобы осуществить прием прямо на дому. Вот, мы выезжаем, спрашиваем, какие вопросы. Работники управления, они очень квалифицированные работники клиентской службы. И прямо на месте все вопросы решают, чтобы они остались довольны. Для нас самая главная задача, чтобы создать максимум удобств для людей. Вот поэтому и работает вот эта мобильная клиентская служба. И дай бог, чтобы у нас это всегда получалось. В этот день посетили инвалиды первой группы Владимира Петровича Катунина и 90-летнюю Нину Ивановну Филатову. Пенсионеры были очень рады гостям, которые смогли проконсультировать их по интересующим вопросам и от души поблагодарили. Слава Богу, пенсии мне хватает. Слава Богу. Вот такие дела. Большое вам спасибо. От управляющего отделения Пенсионного фонда Кулова Аскарбея Хаджибачировича большой вам привет. Он пожелал вам здоровья, счастья, благополучия. Клиентская служба и в дальнейшем будет осуществлять подобные акции.